Иран подписал меморандум об обязательствах Шанхайской организации сотрудничества. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС. Глава МИД Ирана заявил, что недавно все документы, связанные с завершением процесса вступления, были одобрены Кабинетом министров и направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур. Согласно Хартии ШОС и другим ее нормативным документам, страна-кандидат на членство организации должна разделять цели и задачи ШОС, при этом не предпринимать враждебных действий против других государств-членов. Еще страна должна территориально находиться на Евразийском континенте, и в отношении нее не должны быть наложены санкции Совета Безопасности ООН. Иран отвечает всем этим критериям, и в этой связи на Душанбинском саммите ШОС в 2021 году было принято решение о начале процедуры приема этой страны в организацию. На полях Самаркандского саммита был подписан меморандум об обязательствах Ирана. После подписания меморандума Исламской Республике Иран предстоит выполнить все обязательства, предусмотренные в данном документе, в том числе ратифицировать более 40 международных договоров. В случае выполнения этих обязательств на следующем саммите, который состоится в 2023 году в Индии, может быть принято решение о предоставлении Ирану статуса государства-члена ШОС. Исламская Республика Иран, являясь наблюдателем ШОС с 2005 года, вносит большой вклад в развитие многопланового сотрудничества между государствами и членами организации. Представители страны на регулярной основе принимают участие в основных мероприятиях организации. Вступление такой крупной страны, как Иран, в ряды ШОС послужит дальнейшему развитию экономического сотрудничества, транспортного сотрудничества, в котором, как мы все знаем, имеется большой незадействованный потенциал.